Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня мы сообщим вам отличную новость. С 28 августа на канале СТС стартует показ нового сериала «Кибер Иван». По сюжету главный герой Иван случайно ломает новейшего андроида, созданного по своему подобию. Чтобы помочь отцу-инженеру, Иван вынужден изображать робота в доме регионального министра инноваций Бориса. Актеру предстоит бороться не только с угрозой раскрытия, но и с чувствами к неприступной дочке чиновника. С роботом в доме не готова мириться жена хозяина дома Рита. Кроме андроида, в доме, увлекающийся гаджетами Бориса, есть также беспилотное такси, робот-пылесос и киберсобака по кличке Айрина, которая могла бегать, танцевать, вставать на задние лапы, подниматься по лестнице и следовать за хозяином. Премьера сериала стартует с 28 августа на СТС. Если вам понравился мой обзор, тогда ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!